Доброго времени суток, с вами Людмила. Я хочу показать вам, как можно у себя вырабатывать или тренировать ясновидение, как останавливать внутренний диалог. Это упражнение называется «Свеча». Вот у меня зажжена свечка, очень вкусно пахнет, с медом, и надо смотреть на свечу, но не в саму середину, а приблизительно 2 сантиметра в сторону, и смотрите, наблюдаете. Через камеру смотреть легче, а вживую огонь, конечно, будет труднее, у вас будут слезиться глаза. Но надо не моргать и смотреть в середину. Здесь я не вижу кругов в самой. А когда я смотрю на живой огонь вот тут сбоку, то я вижу такие, как круги от огня отходят разной интенсивности. И вот как раз я смотрю не в середину, а два-полтора сантиметра в сторону. Глаза у меня не слезятся, но если у вас слезятся, можете прикрыть немножечко и опять смотреть. Во-первых, вы так взгляд магически тренируете. Смотреть надо так первые разы, допустим, минуту, второй подольше. Выдержите 5 минут, потом 10, потом 15. Подсознание должно вам говорить, сколько и какое время смотреть. Если смотреть, не моргая долго, то все вокруг начинает расплываться. Расплывается, и вы входите в трансовое состояние. Поэтому везде, во всех ритуалах есть свечки. Вот тут у меня еще палочка дымит для того, чтобы пространство очищать. Надеюсь, вы поняли, что это упражнение для развития ясновидения. Но яснознание тоже вырабатывается, потому что вы останавливаете внутренний диалог, и к вам потом, когда вы зададите вопрос, может прийти информация. Ясновидение, яснознание, остановка внутреннего диалога, ОВД. Попробуйте. Очень хорошее, простое упражнение. Удачи!